Японская марка Mitsubishi второй год подряд выступит генеральным партнером фестиваля бега «Роза Ран». В Сочи на четырехдневный спортивный праздник для всей семьи со всей страны съезжаются те, кто готов бросать и принимать вызовы и никогда не останавливаться на достигнутом. В этом году фестиваль проведут со 2 по 5 мая на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор». Организаторы обещают насыщенную программу, где гости мероприятия примут участие в беговых соревнованиях, а также встретятся со звездами спорта и специалистами по здоровому образу жизни. Ну а докупить забытый дома инвентарь или же сувениры можно будет на специализированной ярмарке. Как заявил Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор Mitsubishi в России, идея фестиваля «Роза Ран» близка нам по духу. Поэтому в этот раз, помимо тест-драйва, мы собрали команду мечты из наших сотрудников, которые также будут принимать участие в соревнованиях. Мы, как и участники фестиваля, не боимся принимать смелые вызовы для достижения амбициозных целей. На первый день в «Розе» запланировано вертикальное километровое восхождение. Спортсменам предстоит покорить пик. И не на канатке, а на своих двоих. Второй день – это квест на скорость, который поможет каждому найти команду мечты и новых друзей. День третий подарит спортсменам карнавал. Бежать будут в специальных костюмах в стиле диско. На следующий день ожидается самый красивый в России трейл по горам, где каждый сможет выбрать посильную дистанцию. В последний день все смогут расслабиться на вечеринке, где приглашенными звездами будут Бурито, Диджей Грув, Мари Краймбери и Звонкий. Приятным бонусом для участников фестиваля станет возможность пройти тест-драйв обновленного пикапа L200 и других моделей Mitsubishi. Записаться на поездку можно со 2 по 5 мая в фирменном шатре на площади Мзынта.